В Казахстане насчитывается свыше 2000 военно-патриотических клубов и секций. Они охватывают более 60 тысяч молодых людей по всей стране. Актуальные вопросы военно-патриотического воспитания подняла госсекретарь Гульшара Абдыкаликова во время посещения Музея вооруженных сил. Она ознакомилась с экспозициями центра и выступила перед военнослужащими, воспитанниками училищ и школ. По словам госсекретаря, в современном Казахстане много героев, на которых можно равняться. Среди них офицер аэромобильных войск Азамат Жумадилов, спасший из горящего дома женщину с тремя детьми, и полковник Кайрат Умбетов, который прикрыл собой солдата при взрыве гранаты. Кроме того, Гульшара Абдыкаликова поздравила военнослужащих и учащихся с наступающим Днем защитника Отечества и 71-й годовщиной Великой Победы. Военная мощь любой страны зависит не только от современного вооружения и военной техники. Во многом она предопределяется высоким боевым духом, морально-психологическим состоянием войск, готовностью каждого военнослужащего пожертвовать жизнью ради Родины.